Такого гриппа мы еще не видели. Скорость, с которой он убивает. Хаос. Думаю, это и вправду случилось. Потому что это видно. Я не могу здесь оставаться. Это опасно. Я стояла, глядя на разрушение вокруг, и пыталась вспомнить, как прекрасна была жизнь на Земле. Никакого прежде больше нет. Только сейчас. Я пришел поздно, а ты рано. Дрейфуя в чужой галактике бесчетные годы. А я уже находила тебя целых 9 раз. Или 10. Значит, найду снова. Нас незачем спасать. Мы в безопасности. Это странное и страшное время. Самое счастливое в моей жизни. It's the only thing.